Сердца объединит помощь ближнему, уверены организаторы межконфессионального донорского марафона, который стартует в Самаре. Этой акции они хотят не только привлечь внимание к безвозмездной сдаче крови, но и объединить людей разных национальностей и религий для решения жизненно важных социальных вопросов. Сегодня, 6 сентября, мобильный комплекс заготовки крови будет дежурить с половины 10 утра до 11.30 на площадке у главного входа Дома дружбы народов. Завтра в это же время к марафону присоединятся Иудеи. Пункт развернется на базе благотворительной организации «Забота Хесет Эстер». 8 сентября перейдет к региональному духовному управлению мусульман. Завершится марафон в соборе Кирилла и Мефодия. Принять участие в акции могут все желающие при наличии паспорта гражданина Российской Федерации с регистрацией в Самаре или области и отсутствии противопоказаний.